Углубленное изучение истории, иностранных языков и патриотическое воспитание. А еще азы огневой подготовки. Бойцы Росгвардии взяли шефство над пятиклассниками одной из новосибирских школ. Станислав Блинов побывал на торжественной линейке. Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовиться себя к служению и созиданию на благо Отечества. Клянусь! Учебный год 29 учеников 219-й школы встретили в новом статусе – кадеты специализированного класса под патронажем Росгвардии. О том, что он начнет работу в сентябре, ребята и родители узнали еще в конце весны. Когда я закончила 4-й класс, меня папа спросил, в какой ты класс пойдешь. И он мне сказал, что есть еще росгвардейский класс, и он сказал, что другая форма там будет. За лето собрали заявки. Специального отбора кандидатов не проводили. Главный критерий – желание. Я сразу понял то, что там типа труд, оборона, спорт. А по спорту я как раз хорош, из-за этого мне понравилось сюда идти. Именно сюда у меня мужество вроде есть, сила есть. С прошлого моего класса сюда много кто пошел, много друзей моих. Новый 5-й класс получил буквенное обозначение «Р» – Росгвардия. Заниматься кадеты будут по особой программе. Базовые предметы остаются без изменений. Углубленно ребята будут изучать историю, иностранные языки. Сделают упор на патриотическое воспитание. Это не дань моде, скажем так, а это наши глубокие убеждения. Воспитывать в ребенке гражданина и патриота нужно с самых ранних лет, начиная с 5-го класса. Чем мы и будем заниматься совместно с родителями, совместно с нашими коллегами из военного института. И я думаю, что результат у нас будет замечательный. Под руководством курсантов Новосибирского военного института войск Росгвардии школьники будут изучать строевую, военную топографию, азы огневой подготовки и готовиться к участию в военно-патриотических играх на ведомственных полигонах и учебных центрах. Все, что связано с армией, ну, это очень интересно и на мой взгляд. Я же в свое время тоже сделал выбор в 4-м классе. Вот. Они как раз находятся в том возрасте, который их увлекает, ну а мы сделаем все, чтобы им было интересно. Звание ученика росгвардейского класса ко многому обязывает. Кадет должен стараться быть лучшим во всем и примером для остальных учеников. За неудовлетворительные оценки в учебе или поведении из класса могут отчислить. Если даже дети не пойдут в дальнейшем по военной, так сказать, карьере, это воспитывает патриотизм, которого у нас сейчас не слишком много среди молодежи. Курсантов Новосибирского военного института уже можно считать опытными педагогами. Такой специализированный класс под шефством Росгвардии уже 7-й по счету, а в списке друзей и партнеров значится 26 учебных заведений. Станислав Блинов, Алексей Баженов, Новости ОТС.